Подойдет. Этот и этот подойдет. Стиль лесных эльфов. Бретонский стиль. А это что такое? Это средняя броня. Головной убор. Такой странный. Ой. Опять тяжелый шлем. Ну ладно. Так, это нордский стиль. Может, нордский примерить? Стиль темных эльфов. Стальные сабатоны. Сабатоны. Батоны, сабатоны. А, надоело все. Так. Будем разрушать. Здесь у нас ничегошеньки. О, даже шкурка извлеклась. Посох у нас сломанный. Вот красненький лук около него. Внизу. Это означает, что оружие сломано. Но как-то функционирует. Может так подсвечивать себе. Огненный посох, секира, огненный посох, кувалда, 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 все. А топор какой-то еще.
Тонкий заплечный мешок. О, чертеж. Чертеж. Расходные предметы. Чертеж. Ридгарский стул из планок. Ура! Мебелью не занимаемся, но все равно. Только здесь что-нибудь есть. Здесь у нас ничего, а здесь есть дубовый огненный посох, двуручное оружие, нордский стиль, дубовый огненный посох, нордский стиль. Да, дубовый щит. Разобрать. Так. Дубовый огненный посох. Урон тот же. А здесь... Но у нас разряжен. Может... Увеличивает силу эффекта зачарования оружия на 25%. А у нас зачарование закончилось. Часть набора — сила воли. Из два предмета из трех. Так, а еще тут у нас кто? Ну, тоже лопнет, то же самое. Ладно, разберем. Так, теперь кузня. До 9 уровня кузнечное дело. Уголечки. Все. На этой оптимистической ноте заканчиваем повествование. До новых встреч. Комментировать бесполезно. Всем привет!